Спасу, помогите! Все в порядке? Я в порядке, спасибо. Идут с юго-востока. Они затихли. Вперед! Прорываемся вперед! Пригнуться! Рассредоточиться! Я его сделал! Фрицы выдвигаются! У той колонны! Сюда! Приближаются с запада! Идут с юго-запада! Забирай птичку, когда сможешь! На! Перезаряжаю! Идут с северо-запада! Этот убит! Они затихли! Вперед! Заряжаю! Замыкающий, не отставай! Пригнуться! Рассредоточиться! Дайл, Саэл, со мной! Дэниелс, вы с Тусманом зачищаете последний бункер! Собираемся на верхушке скалы! И бога ради, не дайте им себя убить! Ладно, Цусман, еще один. Мы справимся. Пошли. Не могу встать. Черт! Вытащи меня отсюда. Держись, мы тебя вытащим. Надо добраться до этого медпункта. Они все лезут! Я пустой! Осторожно! Я
готов! Пошли! Давай живее! Я с тобой! Черт! Черт! Можем спуститься здесь! Вот так! Не дергайся! Я истекаю кровью! Зажми рану! Почти на месте! Давай сюда! Пошел, пошел! Так, так, держись. Врача! Мне нужен морфий! Только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Правда? Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь? Ладно, я ни черта не вижу. Только отдохну. Чуток. Нет, нет, не закрывай глаза. Эй! Дэниелс! Я здесь. Помоги! Кто-нибудь, приведите сюда врача! Я здесь! Иди! О нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте! У фермерского дома стоит орудие GPF! Оно бьет по берегу! Вперед! Мы вернемся за тобой! Проверь патроны и гранаты! Вы слышали? По дороге, быстро! Уже иду! Дэниел, есть патроны. Мне бы патронов, сэр! Эй, Дэниел! Тащитесь, как черепахи! Когда дойдем до фермы, приготовьтесь к атаке! Живее! Они разносят побережье в клочья! Thank you.
Огонь! Дайте пулемету! Они на подходе! Сейчас! Патроны, видовой! Дэниел, терми! Поберегись! Молодец, Дэниел! Так, ребята, идем за мной к точке сбора! Пирсон! Составь рапорт о потерях! Столько людей погибло. Но мы взяли берег. Чертовски высокой ценой. Дэниелс. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял. Эй, я твой должник. Сам знаешь. Мы в расчете. Мы прорвемся. До конца? До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался от Техаса, парень. Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Не знаю, кто решил, что это лучший способ освободить Европу, но я гарантирую одно. Утром на побережье их не было. Семь недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко.
Мы с ребятами справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает. Но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал бы Ламоту в нокаут. Ну, не. Шмелинг нацист. Я бы его пристрелил. Его сделали кумиром. У него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и слабые. Хватит, умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как кто вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас – дело чести. Пойдем! Только война все время этому мешала. Пошли! Самолеты бомбили всю ночь. Нам... Ничего не останется. Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки поехали! Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Хм, как льву сырое мясо. Пошли, пошли! А ты неплохо держишься. Ха, а ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему мозг набит? Кассери! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, и все его люди погибли. Это был кошмар. Резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный вход. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно... Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп. Сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? Летит сюда. Штуки, берегись. Мерда! Слезайте! Врага!
Надо защитить наши Шерманы! Вдалеке стреляют зенитки! Мы должны захватить одну из них и сбить штуки! Пулеметы в сарае! Черт! Земле! Заткните пулеметы! Два отряда, тушите их слева и справа! Давай, давай, давай! Надо догнать наши танки! Рассыпную! Thank you.
Они сдаются, не стреляй! Вы двое, займитесь пленными. Дэниелс, идем дальше. Это зенитка! Мы уже близко! Штуки сносят наши танки! Танкам нужна наша помощь! Мы возьмем зенитку за эти двери! Бомбардировщики сносят танки! Надо их сбить! Вот они! На час! Явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Еще враги! На час! Они все поняли! Штуки атакуют нашу позицию! Отлично, Дэниелс! Эй, это Перес! Эй, Перес! Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли! Враги впереди, окопались с паками, надо их выбить! Хорошо, Пирсон, бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Есть, сэр! Дэниелс, Сусман, вы со мной, идем! Перес сказал паки. Что это такое? Артиллерия фрицев. Противотанковая. Водную не читал? И что нам делать с артиллерией? А вот я и сам об этом думаю. Это наш. П-47.
Черт! Надо было раньше добраться до зенитки. Ты не виноват. Это же гражданские. Это преступление? Ну, конечно, студент. Мы же сражаемся с фрицами. Сюда! Тут хорошая позиция! Доставайте бинокли! Вон Перес и его парни! Идут в самое пекло! Нам нужно снять расчеты паков! Всем открыть огонь! Вижу два пака! Дэниел, займись! Расчет первого пака убит! Еще один! Бери снайперку, Дэниел! Около ящика! Мне нужна аптечка! Устали еще одна вражеская позиция! Держитесь за танками! Держитесь за танки! За танки! Держитесь за танками! Держитесь за танками! Надеюсь, ножи не подведут! Всем танкам вперед! Пулеметы! Не выходи из-за танков! Сейчас! Справа! Прячься за танками! Крауты побежали из окопов! Впереди немцы! Рассредоточиться! Стрелок! Огонь по пулеметному гнезду с правой стороны! Огонь!
окопы. Спасибо за поддержку, Дэниелс. Всем танкам огонь по окопам. Зачистим там все. Пирсон, бери своих людей и зачистите окопы. Вас понял. Вперед, зачистим окопы. Они сдаются, не стреляй! Лежать, лежать! Твою мать! Обнаружен противник! И не поднимай башки! Они живы!